Всем кум. Водичка по КСу. Я вроде на плюс морали. Поэтому можно заебашить полноценный вот. Но это не значит, что я буду хорошо играть. Окей. 90 хп, мы ее накоцали. Найс. Правда, не знаю, кто накоцал. Да я пройду, блядь. Ему лучше с диглом сюда пойти, а я буду здесь крыть. Как он отойдет? Отойди, отойди. Окей, мы там коцаем челикова-то, найс. Оу. Они, походу, только по голове целятся. Здорово. Заложника отдали? Мне буквально только что написали в Дискорде, что это хуёвое оружие. Спасы. Что-то в соло. Мне чел буквально только что доказывал спиной у рта там, что... Ну, вы поняли. Надо подсобраться. А то как всегда буду пиздеть и солью. No. Я мог купить какой-то фармящий итем на этот раунд. Но я решил сейва вас играть. Сразу тащить все раунды хочу с СГшкой. Там муха у вас, челика. Дроп давать неохота. Пусть дробовик купит, я не знаю. Бля, зачем он покупает калаш с легкой броней, если можно купить дробаш с тяжелой. И типа сидеть кемпить. Я этого никогда не пойму. Это реально сложно понять. Как у нас чела убили с пистолета сразу? Ты двоих убил? Чё? Я, наверное, здесь не буду сидеть. Можно тут-то. Не хочу умирать. Ну, а сейф его сыграть. Чел купил СГ вместо УЗИ. В принципе, правильно. Сейчас бай раунд. Смок можно взять. На сорде более-менее хорошее расположение. А, не. Бля, тут заложник. На самом деле, пойду сюда. Тут заложник близко очень. Надо здесь работать. Блять, охуенно. О, если граната залетит, будет печально. Вот здесь позиция неплохая, кстати. Вот прямо вот даже так. Хотя не. Лучше так. У нас челик без ника. У меня 7-0 бы его. На скилле. Нас ебашат. Ну, вообще, можно так ставить. Ладно, похуй. Вот так.
на реакции буду встречать. О, oh, найс. Nice. Блять. А, я, короче, не смотрел. Я не смотрел на него даже. Повезло. Я смотрел на карту, там началась перестрелка, я чекал карту. Это что, АВП? Муха? Муха, наверное. Деньги не трачу. Откладываю на автоснайперки. Потом можно будет кому-нибудь дропнуть СГ и купить автоснайпера. Думаю, буду здесь работать на этой стороне. За Т. Хули он сначала умирает в начале раунда, нахуя, блять. Окей, найс. 3 в 3 нормально. Почекать, что ли, угол? Ну, это небезопасно, не буду чекать. Окей, last long. Ну, я здесь останусь. Легкая. Девять ноль. Найс стрик. Дать что ли дроп? На. Куплю СГ снова. Надо их за минус моралей просто в нулину. Шестнадцать ноль сделать. Боб, найс. Окей, деласт. Я не пойду, наверное, искать, я буду сидеть. Так где его убили? Так, я буду деф этого заложника постоянно. Я хочу 16-0 сделать, я прям хочу супер сильно запотеть. Пора рангич набивать. Мне в последнее время просто не везло очень. Я пока против стака выиграл. Ну, как вы помните на стримах. А недавно еще играл с какими-то, ну, без стрима, с какими-то гриферами. Челики начали минус моралиться, ныть, руинить сразу. Да не выходи, ну блять. Ладно. Если он такой уверенный в себе. Блять. Хитрец. Меня сквозь стенку пробил с пулемета. Мог и убить, изи. Так-то. Интересно, реально ли, короче, закончить игру с ноль смертей?
как-то криво написал. Неграмотно. Я пиздец криво написал I gonna try die 0 times. Я попробую умереть 0 раз. Типа, ну, по-русски это не звучит, блять, то, что я написал на даунах. Оу. Я пошел. Ясно. Умер 0 раз, проверяйте, но это было что. Как я его не убил, так я не знаю, столько дэмэджа внес. Блять. Ну команда слила, конечно. Тут было уже сложно что-либо сделать. Как-то я странно пострелял. Почему у чела оружия нет? Дай ему оружие. Ясно. Я дропнул калаш челу с деньгами. Охуенно. Здорово. Что он делает, блять? Да, лучше тут буду стоять. Ну я здесь крою. Главное, чтобы там меня не, ну, не прошли. Здорово. Легкая. Мой СГ валялся у челика. Бля, чел с пистолетом, это пиздец. Скиньте ему кто-нибудь что-нибудь. Он чел 1080, может ему скинуть. 10800. Но я ж не буду дропать, блять, автоснайпер, это целых 5000. Не очень. Мэби этого дауна с пистолетом кикать надо. Хули у него постоянно денег нету. Стоит АФК, блядь. Ну вон зеленая АФК сейчас стоит. Что с ним не так? Зеленая АФК, при том, что одного нашего убили. Хуяная игра. Сложно, блядь. Найс флешки. Научите. Надо отойти. А если не пробегут здесь? Вроде крою. Изи. Изи. Бля, эта позиция, конечно, топ, он меня даже не видел. Это жесть.
Хули этот Universal IPL, блять, последнее место без денег всегда. Как можно при счете 9-1 иметь 0 денег каждый раунд? Ты уебан или что? Или да? И АФК стоит постоянно. Если б не он, было бы 16-0. Я вам точно говорю. У меня как будто опять двое АФК стоят. Я на карту смотрел, сори. Да я бэкнусь. Зеленый АФК стоит. Что он делает, блять? Че на ФК стоит, блядь? Еще нужно, блядь, играть 4 на 5. Даже бота нету вместо него. Блять, я на карту посмотрел опять. Или я открыл таб, я не помню, что я сделал. Но я отвлекся, короче, я его не видел, когда он зашел. Блять, татар. Оооо. А зеленому похуй. Или это оранжевый? Оранжевый, да, он просто даже не видит, что здесь идут. Тут заложники есть, ему надо тут смотреть. Почему он лонг смотрит? А, ладно. Короче, я вообще проебался. Я постоянно отвлекаюсь, типа я открыл таблицу или там на карту посмотрю, и в этот момент чел забегает. Именно в эту секунду забегает чел. Что за анлак? Просто даунская смерть. То есть я не был вообще готов. У меня прицел открыт, но я открыл таблицу или там на карту посмотрел. По-моему, я таблицу открывал только что. Окей. 16-1, можно изи. Вообще изи. О, зеленый побежал. Сейчас покажет уровень. Нахуй тут флешка была? Ясно. Показал. Надо не отвлекаться. Блять, я опять отвлекся. Когда он выбегал, я встал, короче, почесал глаз. Вы прикиньте, меня в тот момент, когда он выбегал. Охуеть. Невероятно. Они взломились? Ура, отбились. Что я делаю? Ай, блядь. Я руиню, я начал руинить. Я так тащил и начал руинить. Ладно, меня тащит. Блин, я мог вообще изи тут сыграть. 19-1, я две смерти у меня просто ни о чем. У меня реально эта проблема, короче, порой, ну... Я не могу в одну точку смотреть очень долго. Чем я с этим делать, АХЗ? Я как-то пытаюсь взгляд перевести, и, ну, это руинит. Почему зеленая ФК стоит всегда? Он знает, что я тут-то. Окей, это позиция.
Ну да, была высокая вероятность, что он побежит. Блять, обидно. Тут можно было изи сыграть, но, короче, можно было 14-1 делать. Сейчас бы хотя бы 13-2 сделать. Да зеленый рунит, зеленый гнида, АФК пока это стоит, это пиздец. Ебучая гнида. Nice, смог. Научите играть. Вот сейчас что-то. Сейчас у меня двое АФК стоят. Двое АФК. Два пидора АФК. Я буквально в соло эту игру тащил. Ну, не в соло. Почему две гниды АФК пока, да? Мы так за КТ не выиграем. Можно здесь стать. А, не, окей. Лонг никто не кроет. Погодите. Как я его пропустил, это пиздец. Это бездарный. Вот я вначале хорошо играл, и потом, короче, ну, как-то я просел. Тут даже дело не в моем скилле. Я хз делал в глазах или что, блин, я не могу, ну, сосредоточиться. То есть я не могу глазами сосредоточиться на игре и смотреть в одну точку и, ну, и не отвлекаться. Это со скиллом не связано конкретно. Я ж пропускаю не из-за того, что у меня там реакция хуёвая. Как я его мог пропустить, казалось бы? Я смотрел в ту точку, я сделал большой прицел, я его полностью пропустил. Но дело не в реакции, я просто расслабился в тот момент. Это серьезная проблема. Окей, надо брать пистолетку, если я хочу быстро закончить. Нам нужно через бумагу идти, на самом деле. Там заложник. Почему он АФК стоит? Ну, чел АФК стоит, пидорас конченый. Окей, на. Ну, нову убрать надо, что тут еще. Можно дигл взять с диффузами к 100. А, лол, чё? Охуенно. Ну, гг. Найс, купил дигл без диффузов. Конец игры. Подберу с этого челика нову. Нас обойти могут бы этого. Никто не кроет здесь. Maybe не обойдут, надеюсь. У него оружие было? Дробаш был. Найс, я промазал. Блять. Я туго дум. Думал на тихом шаге выйти. Ну, понимаете, типа, да,
подойти на... Ну, я думал, я так и думал, что он сюда заглянет рано или поздно. Но я думал выйти на тихом шаге, подождать его вплотную с дробовиком. А он уже выходил и ждал меня. На самом деле было бы все изи, мы могли 15-0 сделать за террористов. Если бы не дауны на зеленом и желтом, которые ФК по КД стоят. Постоянно какие-то твари все руинят, постоянно кто-то руинит, постоянно какая-то мразь ебучая просто руинит. Это суть командных игр, всегда какая-то мразь руинит просто. Какой-то блядский выблядок будет руинить всегда. Лол, этого чего я не ожидал? Это было сложно. Но они оба коцаные. Не целься в голову только, я тебя прошу. Че он делает? Его сейчас спину убьют. Блять. Ой, даун. Это критическое. Там чел мог в углу сидеть? Вот здесь, вот за заложником. Слева чел может сидеть в углу. В углу, сзади. Ой, не. ГГ. Делай что-нибудь, блять. Слева, слева, слева 100%. Блять. Потерял ХП. ГГ. Им нужно бежать. Он медленно идет, его подстрелит. Зря он тихий шаг использует, это ошибка. Ему нужно бежать. Ему нужно бежать, не используй тихий шаг. Ой, блядь. Не разворачивайся, ну блядь, ну не тупи, ну не будь идиотом. Зачем ты сейчас тихо идешь? И тут в дырку он тихо заходит и его... Ну беги, вон же линия! Ну вон же линия! Ну сын говна тупого! Фух, это пиздец, какой-то чел тупой! Это просто пиздец, какой он тупой! Какой он дурак! Блять, вот есть люди, которые, ну, очень глупые, это вообще пиздец. Вон прямо линия рядом, и он ждет и чекает все до последнего. А зачем он чекает? Что он собирается прочекать? Что, ну, типа, что он чекает реально, что он чекает? Я не понимаю. Я просто в ахуе. Каким чудом он вообще выиграл? Где террорист остался? Так и не понял. Фри раунд, повезло. Ну, справедливо. У противника тоже были фри-раунды. Когда мои дебилы АФК стояли. Я знал. Сосать. Иси. Легчайшая для величайшего. Галил, нет. АВП, нет. Даже не буду подбирать, к черту. Сейчас АВП за контров. Когда могу заломиться с про 90 и затащить. Что я только что и сделал. Изи АВП, изи жизнь. Так, возьмем смок, флешку. Погнали. Go, go, go. 5 АВП. Топ-1. Вы видели, как я грамотно зашел через перила? Чтобы, ну, не вставать ни под friendly fire, ни под вражеский fire. Чё я делаю?
Сула! Еще один МВП. Вот так надо ебашить. Батя офиса. Это я красиво наебашил. Вот именно по фасту зачистил игру. Причем команда, ну, АФК еще стояла время от времени. И можно было вообще делать 16-0. Да. Ранг еще ФК не апается. Из-за тех игр на стриме против стаков. 26 киллов, 1 ассист, 7 смертей. 6 МВП. Топ-1 с отрывом. Легчайшее. Для величайшего. Go Overwatch посмотрим на плюс морали. Читака задетектим. Пам-пам. Пам-пам. The Suspect. 4-4. Suspect с калашом. А прикиньте себе ту игру, короче... Так, я не понял. Надо подсобраться. У него валхак есть или нет? Пока я не уверен. А у него прыгает прицел на голову или что происходит? Ну, валхака вроде нету, как мне кажется. Короче, прикиньте себе ту игру, так и не умер ни разу. И продолжал бы всех убивать, не умирая. Меня бы в теории могли бы, не знаю, овервотчем хуянуть. Типа чел не умирает, пока знает, где противник. У него союзник прыгает, пока, ну... Короче, пока сложно. Ну, короче, по первому моменту я валхака не заметил. Какие-то странные хедшоты, как будто на голову наводится автоматом, хуй знает, я не знаю. Но валхака не было. Не, ну... Ну как бы тут ничего нету такого. Правильно, ничего нету вообще. Валхака я не видел. Только что аима не было. Первые три килла были странные. А это что происходит? Чел ножом рубанул его и... Умер. Как он знал? Ну, он провел прицелом за укрытие. Не знаю. Мы потом на карте показывало. Сложно. Ну, хуй знает, что это было. Хуй поймешь. Даже если он читер, то он какой-то совсем даун, вообще дебил. Не знаю, 20 ACQ. Ну такие обычно читерят. Вы можете помнить по моим стримам с PUBG. Там именно дебилы читерят, совсем дебилы. Окей, он знал, что... За ящиком... Хуй просышь, короче, это хуйня. Ну типа он настолько даун, судя по всему, что даже читы не спасают, если у него есть читы. Но мэби у него нету читов, потому что я хуй вообще не могу понять, блять. Он умирает, пока да. Как оно в голову летит, если он в ноги навелся? Понять не могу. Че за даунские? Че за пиздец? Вот сейчас у него валхак есть или что? Тут он, допустим, ожидает. Префайр какой-то странный. А че это за пиздец? Такое ощущение, как будто, ну, Silver 2, буквально ранг Silver 2. Купил читы.
Типа, что за... Блядь, я понять не могу, что это такое. Кто-то сидит там пиздюк 8-летний Silver 2, короче, с щитами. Но не может их реализовать. Я не понимаю, блядь. Вот это что было? Что это за пиздец? Бля, это какой-то вообще пиздец, это именно шок. Так тупо, вот реально тупо. Я представляю его голос в войсе. Много... Ну, почему я играю всегда с софнутым войсом? Ну, как я вообще играю без чата в мультиплеер игры, но в КСе особенно. В КСе там просто начинает кто-то пищать в чат, именно пищать. Просто пищит. Голосок подает. Это ж вообще пиздец. Сразу играть не хочется. У него реально прицел в голову наводится сам по себе. Такое ощущение. Я только начинаю стрелять. После первой пули, как будто, хуй знает. Очень странно. Он их видит, да? Валхак есть. Окей, он не может справиться с валхаком. Он не понимает, как он видит его. Ну, только что навелся через стенку. Это вообще пиздец. Я просто в ахуе с этого. Я смотрю на это. Точно знаю, что он под ним. Чел с ножом. Что он делает? У него даже бомбы нет, ему похуй. У него все в голову автоматом летит. Такого быть не может, разве нет? Как у него пули летят в голову автоматом, даже когда он стреляет просто в рандомные места? Это что за пиздец? У него какой-то аимбот есть. При этом у него валхак как будто тоже есть, как будто есть валхак, но он же дебил совсем. Бля, как такие люди живут? Несправедливо. Да реально несправедливо. Ну это аимбот, 100% аимбот, окей, аимбот есть, точно. Ну валхак вроде тоже есть. Но просто чел настолько даун, что я не могу понять, есть ли валхак. Как, ну, типа, он просто слишком даун. В любом случае. Охуеть просто. The suspect. Ну если у него валхак есть, почему он не пошел на точку, куда бомбу ставят? Значит, нету валхака. Мэби у него валхака нету, гайз. Мэби, мне кажется, постоянно. Он просто... Че он не дефал точку с бомбой? Правильно. Странно. Окей. Я уверен в AIM ассисте. AIM assistance evident beyond a reasonable doubt. Vision assistance... Я не знаю, Vision Assistance. Ну че, он настолько даун, как будто что... Я не знаю, я понять не могу. Гриффинка не было. Other External Assistance вроде нету. То есть AIM у него точно есть. AIM бот какой-то на голову наводится по КД. Очень странно, типа вообще. Невероятно как-то. На самом деле, ну, я могу потом это, ну, сделать. Я могу сейчас выложить вот. Вы, короче, посмотрите вот. И вы в комментах напишите, что ему выдать. Валхака я не чувствую, понимаете? Ну, или он настолько даун, что тяжело запалить валхак из-за того, что чел идиот. Или же... Его нету там просто. Почему он не пошел на точку, где ставили бомбу? Они впятером пошли, он пошел на другую точку. Смысл? Хуй знает. Ладно. Короче, я уверен в аимботе. Аимбот 100%. Тут не уверен. Остального нету, очевидно. О, напишите в комментах. Вообще пиздец. Ну это было смешно. Когда заходишь в этот Overwatch, там просто, ну ты охуеваешь. Это еще даже, ну это еще даже страшнее, чем почитать новости. Знаете, там проснулся, заходишь на какие-то новостные сайты, читаешь, что в мире происходит. Но вот зайти в Overwatch, это еще страшнее. Это вообще пиздец. Просто ну нахуй. Как это такое может быть вообще? Ладно, всем пока.
Да, лицо, рука.